Проверка коснулась сразу нескольких подразделений полиции, в том числе и нового отдела в морском порту Сочи. Общественники интересовались состоянием оперативной обстановки на обслуживаемой территории, осмотрели рабочие кабинеты сотрудников полиции, познакомились с необходимой документацией. Есть, конечно, какие-то замечания, в общем, замечания, которые встречаются во многих отделениях, но это скорее зависит не от сотрудников, которые здесь находятся, а от руководства, которое должно каким-то образом повлиять на ситуацию, создали условия более благоприятные, вот, разместили дополнительную информацию, там, чтобы разместили, может быть, кулеры с водой, обеспечили доступность для людей с инвалидностью. То есть такие моменты, которые бы гораздо облегчили взаимодействие граждан с полицией. Все замеченные недостатки сотрудники полиции пообещали исправить в кратчайшие сроки. Нам бы побольше таких посетителей вообще, чтобы органы внутренних дел могли знать, в чем болевые точки все-таки в общении с общественностью. В настоящий момент мы находимся в новом подразделении, работаем в новом здании. Здесь все было построено, приобретено исключительно в соответствии с нормативами, как со строителями, так и с нормативами нашими ведомственными, чтобы любой гражданин, который к нам мог обратиться, попал вообще в наши стены, мог себя чувствовать достойно и именно соблюдались его права в полном объеме. А это уже участковый пункт полиции на улице Воровского. Здесь проверка началась еще у входа. Общественники убедились, на стенде размещена вся необходимая гражданам информация о работе участковых. 7 человек по штату. У каждого участкового закреплена соответствующая улица. Я конкретно закреплен за улицей Росской Конституции. Люди все знают, то, что я участковый Росской Конституции. У нас в июне был сход граждан по администрации центрального района, где мы присутствовали все участковые, домкомы. Всего данный участковый пункт полиции обслуживает около 200 тысяч человек. Обращений всегда много, но сотрудники стараются уделить внимание каждому. Общественники отметили, что участковые здесь работают хорошо, хотя сами находятся в неважных условиях. Есть, безусловно, проблемы, которые надо решать. Мы стараемся всячески урегулировать отношения между полицией, гражданами, выстроить такой мост, чтобы граждане доверяли нашей полиции. Ну, это достаточно хорошего уровня отделения, хотя есть проблемы. Вот помещение находится, имеет подвальное такое самое, и нет окон. Нужно кондиционирование провести. Ну, эти вопросы все равно, они прорабатываются. Много уже об этом говорилось. Конечно, есть моменты, которые нужно решать. Сочинским общественникам предстоит проверить работу еще целого ряда пунктов полиции. Выявленные недостатки будут рассмотрены на ближайшем заседании Общественного совета города. Галина Захарова, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин и Борис Осин, телекомпания ФКТ.